Соня, верните девчонок обратно. Зачем? Как зачем? Стишок им рассказать хочу. Ага, ну тогда давайте. Егор Согрин со стихотворением Эдуарда Осадова «Пусть меня волшебником назначат». Эх, девчата, чтоб во всем удача, чтоб была нетленная краса, пусть меня волшебником назначат, и тогда наступят чудеса. Я начну с того, что на планете сразу ни обманов, ни тревог. Все цветы, какие есть на свете, я как Бог сложу у ваших ног. Я во всем брюнетки и блондинки раскрою на кофточке зарю. Радугу разрежу на косынки, небо на отрезы раздарю. С красотою будет все в порядке. Каждый профиль хоть в музей неси. Ну а чтоб какие недостатки я оставил, Боже упаси! А для танцев и нарядов бальных в виде дополнения к красоте я вручил бы каждой персонально по живой мерцающей звезде. Ну а чтобы не было примеров ни тоски, ни одиноких слез, я по сотне лучших кавалеров каждой бы на выбор преподнес. Я волшебной утвердил бы властью царство весен, света и стихов, чтоб смеялась каждая от счастья в день от 3 и до 8 часов. Эх, девчата, чтоб во всем удача, чтоб всегда звенели соловьи. Хлопочите, милые мои, пусть меня волшебником назначат.